Приветствую вас и шанс, надеюсь, и всегда, потому что человек однажды проявил к вам интерес, скорее всего, сделает это еще раз, потому что никуда не делись вы, никуда не делся он, и если вы были предметом его желаний, то это никуда не исчезло. Просто на данный момент человек, пребывая в отношениях, почувствовал ответственность, почувствовал вину и решил самоустраниться. Что вы в этой ситуации можете сделать, так это не навязываться. То есть не писать ему первый, не звонить, никак себя не проявлять. Именно так вам нужно делать. Единственное, что хотелось бы отметить, это то, что вы могли бы написать ему что-нибудь нейтральное, типа пожелать удачи, и поблагодарить его за время, проведенное с вами. И сказать, что хотел бы повторения. По сути, это прямой намек на то, что вы желаете продолжения. Ну, я думаю, это понятно. Если у мужчины какой-то желание есть, то рано или поздно он его проявит, так или иначе. Именно таким путем вы можете обратить ситуацию в свою пользу. Дальше. Вы можете следить за ним, если есть на это, конечно, желание, время и возможности, вы можете следить за ним в социальных сетях и смотреть, если у него возникнут конфликты и проблемы девушкой с него, то вы можете в этот момент ему написать, поддержать его, подбодрить, и тогда произойдет замена. Но все это не является в достаточной степени надежным, просто потому что, видимо, молодой человек сам не до конца понимает, что ему вообще нужно, чего он хочет, и он находится еще в стадии формирования своих ценностей. И при таком раскладе от вас ровным счетом ничего не зависит, поэтому молодой человек может позвонить вам, позвать вас, провести время, потом об этом пожалеть и вновь все вернется на круги своя. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, можно дать именно такой ответ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.